Португалии 30 января состоятся парламентские выборы. Досрочное голосование уже началось. Согласно опросам, лидируют правящие социалисты. На втором месте правоцентристы из социал-демократической партии. Руи Рио возглавляет СДП с 2018 года. Под новым руководством наша партия будет в жесткой оппозиции к нынешнему правительству. Мы не будем спускать с них глаз, не занимаясь при этом демагогией. Рио стал широко известен избирателям на посту мэра Порту. Он руководил вторым по величине городом страны на протяжении 11 лет, с 2002 по 2013 годы. В 2018 году он набирает более 54% на выборах нового председателя социал-демократов после ухода из политики Педро Пасуша Коэльо. При этом Руи Рио представляет левое крыло партии. Год спустя именно он ведет СДП на парламентские выборы и становится лидером оппозиции в однопалатной ассамблее республики. Однако социал-демократы теряют 10 мандатов по сравнению с предыдущим выборным циклом. В 2021 году партия Рио также занимает второе место на муниципальных выборах, ухудшив свой результат. Тем не менее, неожиданную победу в Лиссабоне одержал бывший еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки, представитель социал-демократов Карлуш Моэдаш. До этого на протяжении 14 лет в португальской столице правили социалисты. Парламентские выборы должны были пройти в стране не ранее осени 2023 года, однако правящая коалиция, состоявшая из социалистов, коммунистов и зеленых, распалась из-за споров по поводу бюджета. Мы партия реформ. Мы не собираемся устраивать революцию или разрушать все, что было сделано другими. Согласно последнему опросу, опубликованному радио Ренасенса, за социалистов пока готовы отдать свой голос 38% португальцев. У социал-демократов 30%, но разрыв уменьшается. Третьей политической силой страны может стать ультраправая партия Шега.